Это тема дня, эфир сегодняшний. Продолжаем. Я приветствую всех, кто к нам присоединился. Ежегодный региональный конкурс «Экспортер года» стартовал в Краснодаре. Проводит его Центр поддержки экспорта края в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Цели – выявить и поощрить лучшие предприятия и предприниматели края. Все, кто достиг наивысших показателей, выберут по 5 номинациям. Победители и призеров ждут сертификаты на участие в международных выставках, а также на обучение. Подробнее об экспортере года поговорим сегодня с директором Центра координации и поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников. Мой гость сегодня. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем к экспортеру года перейдем, хочу продолжить тему первых двух блоков. Сегодня мы отмечаем год, как у нас в крае, в стране, да и в мире в целом стартовал карантин, такой вот пандемийный год. Понятно, что изменилась наша жизнь, напрямую это коснулось и экспортного продвижения в том числе. Расскажите, как в связи с этим работа вашего центра выстраивалась, как меняли работу свою, ее форматы? Ну, безусловно, нам ввиду нашей специфики деятельности и работы пришлось поменять немножечко подходы. Поэтому с начала пандемии и вообще локдауна мы сделали упор в основном на дистанционные меры поддержки, то есть то, что можно сделать удаленно. Здесь как бы услугами, флагманами у нас выступило два направления. Первое – это поиск и подбор зарубежного партнера с проведением видеоконференц-связи. Да, если это раньше были международные выставки, да, на которые можно было приехать, то теперь возможности такой не было у нас. Грубо говоря, да. Ну вот по направлениям – это поиск партнера, то есть ищем партнера, проводим ВКС-переговоры. То есть наша задача – убедиться в том, что партнер реальный, живой, с ним можно вести переговоры, ну и в дальнейшем, чтобы сопровождать. И второй флагман, вторая услуга, которая в рамках дистанционного формата у нас, скажем так, работала, это размещение компании экспортеров на электронных торговых площадках. Сейчас у нас таких площадок 9. Ну, всем известные такие, как Alibaba, Allbiz, eBay, Amazon, Fordac, IDECO, Etsy, Europages и другие. Соответственно, это дает возможность компании, по сути, не посещать зарубежные какие-то мероприятия, выставки, но при этом иметь свой товар, размещенным на электронной площадке. И тем более электронная торговля, страны. Бурный рост она зафиксировала. Да, сейчас у нас очень большой рост, не только в России, не только в Краснодарском крае, но Краснодарский край здесь находится в лидерах. По росту количества компаний, которые размещаются на электронных площадках, ну, наиболее популярных. То есть мы показываем большой рост, и этот рост был во многом инициирован как раз-таки локдауном, пандемией. Вот один из тех, кто разместил свои услуги на электронной площадке, с нами сейчас на связи Ренат Ильясов. Ренат Равильевич, здравствуйте. Добрый день. Мед и продукты пчеловодства вы производите, да, разместили на электронной площадке. Чего ждете от этого размещения? Расскажите. Уже какие-то результаты появились? Всем добрый день. Да, действительно, мы с помощью, точнее не мы, а Центр поддержки экспорта помог нам разместить свои товары на китайской площадке. Мы ожидаем роста продаж, налаживания связи с зарубежными партнерами и развития нашей компании. В общем, только положительные ожидания. Пока только об ожиданиях речь или уже какие-то договоры заключены? Договор мы недавно подписали и недавно разместили наши товары. Ждем первых продаж. Это дело не быстрое, тем более другая страна, другая культура. Угу. Нам много предстоит познать, со многими вещами ознакомиться. Поэтому, ну, оптимизм есть. Ренат, а почему все-таки вы решили со своей продукцией на экспорт выйти? Дело в том, что итоги пандемии, да, скажем так, которая еще не окончилась, не носят положительный характер. И внутрироссийские продажи упали, да, скажем так. Тем более у нас продукт не первой необходимости, но тем не менее тоже важный для здоровья человека. Но тем не менее
вот мы решили искать дополнительные каналы продаж, да, путем экспорта. Ну, так делают все производители в мире. Поэтому нужно развиваться во всех направлениях, каких только можно. По этому пути мы стараемся идти. Ренат, ну и, собственно, как Центр поддержки экспорта вам помог в размещении и откуда вы информацию о самом центре узнали? О центре мы знаем давно, посещая мероприятия, которые проводит центр. Это семинары, конференции, какие-то выставки, деловые встречи с иностранными партнерами. В общем, ведем активную деятельность совместно. Как помог центр? Центр нам сообщил о том, что, ну, нам, как и многим другим кубанским производителям, о том, что за счет государственных средств можно разместить свои товары на китайских электронных площадках, ну, так называемых маркетплейсах. И мы написали заявку, нам ее одобрили и стали выполнять дальнейшие шаги для реализации этой цели. Ренат, спасибо вам. Желаем вам продаж, действительно, чтобы вот уже как раз таки какие-то результаты у вас от этого размещения появились. Ренат Ильясов с нами на связи был, руководитель компании. Роман, у вас хочу спросить, все ли предприниматели вот именно по такой схеме должны идти, ну, свою инициативу как-то, да, предлагать для того, чтобы разместиться на площадках? Ну, ведь так, наверное, правильнее будет, если сам предприниматель придет в центр и скажет, вот я хочу разместиться. Или все-таки некоторых приходится, ну, так скажем, немножко, ну, вы знаете, подтягивать? По-разному, да, приходится и подтягивать. Ну, нам приходится вести деятельность об освещении тех услуг, которые мы оказываем. Естественно, мы проводим различные там семинары, вебинары, конференции, участвуем, рекламу даем точно так же, чтобы привлекать компании. Те компании, которые ранее принимали участие или вообще знают, в принципе, о нас, они на нас там подписаны, в рассылке получают все, скажем так, новинки, новые услуги, все моментально, быстро. Вот. Ну а дальше, естественно, должна быть какая-то инициатива и от самой компании, от самого бизнеса по выходу на зарубежный какой-то рынок, потому что экспорт – это достаточно тяжелый такой труд, такая, можно сказать, высшая точка предпринимательства в плане развития компании. Сначала это региональный уровень, потом, может быть, межрегиональный в другие регионы, ну и потом уже международный. То есть она связана и с финансовыми затратами, и с временными затратами, обучением сотрудников или руководства, то есть кто занимается экспортом. То есть к этому нужно подходить комплексно и просто заставить, сказать, слушай, давай по-братски заходить к нам на услуги, так не получится. То есть компания должна сама уметь, желать, хотеть в это вкладываться и развиваться. Мы поможем здесь нашими услугами, как сможем. Роман, ну а какие перспективы розничных продаж у наших предприятий вот как раз на международных электронных площадках сегодня? Ну, с учетом того, что это тренд во всем мире, это тренд в России, и Краснодарский край здесь занимает лидирующие позиции в этом тренде, мы оцениваем это как весьма перспективным направлением. Много компаний у нас, вот, по сути, с начала пандемии, еще там, с конца 2019 года до конца 2020 года, нами было заведено и размещено порядка 80 субъектов малого и среднего предпринимательства на различные электронные торговые площадки. Вот, ну вот, какими штук результатами эти компании могут уже похвастаться? Ну, естественно, здесь нужно время, чтобы твой товар увидели, узнали, купили, но уже у многих есть результаты. Даже вот та компания, которая у нас сейчас подключалась, она вот совсем недавно заключила контракт и, в принципе, сейчас готовится уже к отгрузке, ну, в их случае, на китайский рынок. То есть эта площадка больше китайская. Есть площадки, которые ориентированы на разные рынки. Как правило, это не крупные продажи, если мы говорим о сегменте B2C, то есть когда покупает у тебя не компания, а частное лицо. То есть продажа может быть, там у тебя могут купить одну банку меда или там деревянную посуду какую-то. То есть это может быть продажа на несколько там сотен рублей. А вот, кстати, какие переработчики нашего региона чаще выходят на электронные площадки? Можно какие-то, ну, срез наиболее популярных сделать сегодня? Это все-таки больше продукты питания или какие-то непродовольственные товары? Вы знаете, перечень этих компаний, он очень широкий. И зависит от самой компании, от продукта, как правильно его упаковать, какое на него ценообразование, конкуренция. Ну и самое главное, каждая площадка имеет свою специфику.
То есть, ну, там, допустим, нельзя продать, я не знаю, условно, там масло на разлив на eBay или, ну, например, это можно сделать в рамках площадки Alibaba, потому что там можно найти партнеров в сегменте B2B и договориться с ним о продаже уже крупной партии. Как правило, это товары народного потребления, это продукты питания, это различные продукты декора, там, деревянная посуда, например, у нас есть, различные детские игрушки, игры, обувь, одежда. Ну, на самом деле, перечень очень большой. Но вы, как руководитель центра, какие наиболее перспективные выделяете, вот у кого точно зайдет, так скажем, зависит этот опыт? Зависит от площадки, как я сказал. То есть где-то можно и дерево обработанное, там доски продавать, есть специальная площадка для этого. Но в общем и целом, когда мы говорим о наиболее популярных площадках, которые сейчас представлены и всемирно известны, то это больше товары народного потребления, продукты питания, текстиль, одежда, обувь, ну, что-то такое. А вот помощь центра, она заключается только для того, чтобы помочь зарегистрироваться, выйти, грубо говоря, на эту площадку, или дальнейшее ведение бизнеса вот в таком формате вы тоже мониторите и сможете какую-то поддержку, помощь оказать? Ну, мы как центр подходим к данному вопросу комплексно, то есть, как говорится, под ключ заводим компанию на площадку. Это в себя включает прежде всего перспективы, анализ данного товара по данной площадке. Ну, это первый шаг, который проводится нашими специалистами. То есть, как я сказал, есть у площадок определенная специфика. В дальнейшем специалисты компании вместе с нашими подрядчиками и самой компанией-площадкой размещаем там компанию, то есть заводим электронные карточки, там создание мини-версии ее странички, сайта, наполнение ее, обучение, как правильно отвечать, заполнять, общаться с партнером, ну, под ключ, онлайн. В общем говоря, да. Ну и в дальнейшем продвижение, реклама, ну и оплата тарифов самой площадки, если это предусмотрено. То есть ряд площадок имеет тарификацию там годовую, месячную, ряд площадок просто берет часть процент с продажи. Роман, а вот покупатель наших кубанских товаров, из каких преимущественно стран? Если мы говорим об электронных торговых площадках, то опять-таки зависит от площадок. Есть площадки, которые ориентированы на азиатский рынок, в большей степени свой, это, да? Китай. Есть площадки, которые ориентированы на страны СНГ, например. И другие площадки, они ориентированы в большей степени на Европу и на США. Все эти площадки у нас есть, они представлены. То есть тот же, например, eBay больше, это рынок, конечно, Европы и США. Тот же, например, Alibaba. Он больше ориентирован на азиатский рынок, но это не значит, что какой-то партнер из совершенно другой страны не может там купить ваш товар. Сами у себя можете купить даже. Роман, мы сейчас с вами подробно поговорили о том опыте, который сейчас развиваем и который, ну, активно, да, так скажем, шагнул в связи с пандемией. Но все-таки ограничительные мероприятия, мы понимаем, уже потихонечку сводятся на нет. Международные выставки в формате офлайн, они все-таки предполагаются? Предполагает их возобновить сегодня? Безусловно. Сейчас мы ведем ряд согласований с федеральным центром, потому что это федеральная программа по поддержке МСП. И в этом году, и в начале следующего, в следующем году, надеемся, что все полностью пройдет, вся пандемия. Мы планируем порядка 15 выставочных мероприятий зарубежных. У нас будут международные выставочные мероприятия еще в Российской Федерации, в большей степени в Москве. Будем организовывать, возобновим приемы иностранных делегаций, так называемые реверсные бизнес-миссии. Ну и, соответственно, встречи, активность лицом к лицу с зарубежным партнером возобновится. Но и планируем поддерживать и развивать тот формат, который нам удалось выработать в период пандемии. Вот, мы проводим видеоконференц-переговоры с зарубежными партнерами, в том числе с участием торгпредств Российской Федерации. У нас вот, до конца года порядка 30 таких прямых линий с торгпредом, куда мы приглашаем наши компании и с той стороны какой-то ритейл, крупные компании закупочные. Ну, проводим такие переговоры, первично прощупываем рынок, скажем так. Роман, ну так получилось, что закольцевали мы с вами сегодня тему нашей беседы. То, с чего начали, экспортер года, есть еще время как раз о нем рассказать. Знаю, что срок подачи заявок сегодня продлен. Кто и как может поучаствовать в нем? Действительно, немножечко продлили сроки по подаче. Может участвовать любая компания, главное, чтобы она была малым и средним бизнесом, находилась там в реестре МСП и, соответственно, была зарегистрирована на территории Краснодарского края, имела какой-то товар или продукт, с которым готова выходить на экспорт, уже экспортирует.
это увеличит их шансы победить. То есть там оценивается комиссией комплексно ваш экспортный потенциал, ваши экспортные поставки, ваше взаимодействие, направление. Ну, то есть это комплексная бальная система, которая уже потом показывает, кто же действительно лучший в данной номинации. Ну и самое главное, это призы. То есть призы не просто пожать руку и статуэтку похлопать по плечу. Действительно, у нас есть хорошие призы. Это зарубежные стенды. Мы дарим первому месту. Это международная зарубежная выставка. Полностью ваш индивидуальный стенд, по сути, за наш счет. И второе место получает международная выставка, свой индивидуальный стенд в рамках российского мероприятия, которое проходит, например, в Москве. Всю подробную информацию можно на вашем сайте. Все есть на сайте, да? Много разных призов, так что подавайтесь, пожалуйста, ждем. Роман, я вас благодарю. В студии «Темы дня» был директор Центра координации и поддержки экспорта Краснодарского края Роман Воротников.